напиток нашего вечера, который состоится в рамках легчайшей весовой категории. Ваше внимание на экран. Мой первый бой дал мне уверенность, дал большую мотивацию, чтобы пройти дальше. Мой соперник ярко выраженный ударник, очень сильный соперник, но у меня есть что противопоставить против него. Так что октагон покажет, я готов. Я прошел 3 сбора в базе в Беркуте. Я себя чувствую очень хорошо. Желаю своему сопернику удачи, но я в себе уверен. Петр Ян, мне 22 года, я приехал с города Омска. К данному бою я готовился в Тайгере, прошел хороший сбор, дерусь с соперником. Знаю, что неплохой борец, но это ММА, а не борьба, ринг покажет. Так что я приехал сюда за победой и надеюсь, что выиграю. Поединок состоится в рамках легкого, легчайшего веса. И в синем углу клетки боец, ему 22 года, рост 169 сантиметров, вес 61 килограмм, 400 граммов. Рекорд в ММА – 3 боя, 3 победы. Представляющий клуб Александр Невский, город Омск, Россия. Петр Ян! Петр Ян. И его соперник, ему 26 лет, базовый стиль, вольная борьба, рост 166 сантиметров, при весе 61 килограмм, 600 граммов, рекорд в ММА, 1 бой, 1 победа, из Гудермеса, Чеченская Республика, Россия, представляющий клуб «Беркут», Харон Арзумиев. И вот Харон Арзумеев, оппонент как раз Петра Яна. Ну и вот, уважаемый господин Киселев. Интересный бой, конечно. Ни один из этих бойцов еще не проигрывал. Жажда к победе очень велика. Но кому-то здесь придется проиграть. Базовый вольник Харон Арзумеев. Рвутся в бой оба бойца. И на ногах легкие. Вот что значит весовой дивизион. Наилегчайший. Ну, наилегчайший он, естественно, именно в этом промоутерской организации. Что мы знаем, в UFC, например, 57. И есть, говорят, мысли у Дана Уайта еще сделать более легкий дивизион в ближайшее время. Смотрите. Смотрите, здесь переход на удушение. Здесь грамотная защита только может спасти. Да, Харона. Да, Харона. Вот и именно такая нюансная защита, правильно работает туловищем, шеей, пластичность, эластичность такая. Они каждому, ну здесь все, и засыпает без вариантов. Смотрите, как, ой, вот это да. Это сон. Очень сильный Петр духом, Ян. Духом вот все-таки Харон Арзумеев. Да, он сильнее, вообще без вопросов. Не собирался сдаваться, просто ушел в сон и все. Прихватил начало поединка и поздравляю Петра Яна с этой победой. Как вам, Денис, что здесь вот происходило? Могли бы откомментировать так на коротке? Здесь абсолютно четко вы сказали, что именно нужна, конечно, пластичность, грамотная защита. Ну, при этом... с самого начала была ошибка, конечно, стороны Харона. Да, он залез туда. Отдал шею. Хотя борец, вольник. Понятно там, что в вольной борьбе нет гильотин и удушающих. Это все известно и так. Ну, здесь перестроен уже парень. Ну, ничего страшного, я думаю, что... Победу! Удушающий прием! Харон, конечно, расстроен.
Ну, Петр Ян-то как раз счастлив. Тайгер Клаб. Смотрите, опять еще один парень, который занимается и тренируется в Таиланде. Или Тайгер.